Всем привет, с вами Видеогазета, а.к.а. блогеры с Орел Тайм. Сегодня мы вместе с вами попадем на первую игру 1/4 финала Лиги КВН ОГУ. Ровно год назад на этом месте мы снимали наш первый выпуск Видеогазеты. Прошел год, а шутить мы так и не научились. Вероятно, в этот раз у нас точно все получится. Сегодня первая 1/4 финала, у нас 5 команд. Три команды из других регионов. Это Брянск, Бульвар Депо, Калуга, Волосы недорого. И Воронеж, Новые люди. И от нашего города две команды. Это Психоз от Орловского государственного университета. И команда от Академии МВД «Новые кадры». И как-то нечестно получается, 3-2. Надеюсь, Орел покажет себя во всей красе. И нам не захочется сказать... Ну вот интересен. Будет жарко! Погнали! Здравствуйте, ребята! Скажите, кого вы поддерживаете сегодня? Мы сегодня поддерживаем команду КВН «Новые кадры». И мы приехали вообще с Москвы поддержать их. Из Москвы? Да. Правда? Что вас это мотивировало? Здесь орловские, смотрите, это все орловские. С Брянска приехали люди. Мотивируют, потому что это очень отличная команда. Они выступают же не только здесь, в Орле, у вас, правильно? Они участвуют в Лиге Подъем, Лига особого статуса. Они выступают в Москве. Мы любим эту очень... Вот, представители, мы вас любим. Самая запоминающаяся шутка любимой команды. Ой, они... У них очень классное приветствие. Они классно еще себя подают. Начинают с песни. У них все песни, которые вначале они... поют, они очень зажигательные, они этим запоминаются, они берут этим сразу. Вот. Это композиция у них была «Ран, Вася, ран». Ну, они, видите, так, они завуалированно шутки делают, они как бы не оскорбляют, правильно, а как-то... Они играют очень тонкую грань, на самом деле, но они с этим пока справляются. Привет! Расскажи нам, из какой-то команды? Я из команды КВН «Новые кадры», которая представляет Орловский юридический институт МВД России. Команда КВН «Новые кадры», Орловский юридический институт. Скажи, пожалуйста, что произошло в твоей жизни такого, что ты решил начать играть в КВН? Ну, я в КВН играл еще до института, даже не знаю, что сподвигло. Ну, просто как бы так вот получилось. В школе была лига, и вот я в ней начал играть, и как-то перенеслось уже потом. Скажи, многие надеются на то, что после КВН пойдут дальше, например, на телевизор, потому что, как известно, из КВН выходят Comedy Club, ребята, там другие проекты. У вас есть надежда у кого-нибудь? Ну, вообще, вот у людей, как ты думаешь, КВНщиков? Ну, конечно, есть. Знаешь, есть такая пословица, типа, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Тут, наверное, похожая система, то, что не занимайтесь этим просто так. Кому-то это реально просто нравится, но, естественно, есть какие-то амбиции, которые хочется воплотить в будущем. Так, вот только не один, только не один. Вы что вышли? А вы что вышли? Да как что? Мы хотим удивить зал и показать то, что полиция хорошая. Полиция хорошая, это уже удивление для зала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы команда Бульвар Депо, правильно? Да. Бульвар Депо, дорогие друзья. Скажите, ради чего вы вообще здесь находитесь? Ну, давайте объективно. Роллы. Пицца. И, конечно же, победа. Победа. И еще ради смеха и интересно. Главные ваши конкуренты. А мне кажется, у нас никто конкурентов нету, потому что... У меня конкурент ее юмор, а ее конкурент мой юмор. Как вы поняли, у нас нет конкурентов. Ну да. А почему вы одеты красно-черное, а не красное-белое? Ох, хороший вопрос. Мы поэтому не одели красно-белое. Мы сами на вопрос и ответили, так сказать. Мы на полуфинале придумаем очень клевый ответ. Все. Девушка, а можно музычку? Да, конечно. Держи, держи, руку мою держи. Но вы очень нервничаете, да? Ну конечно, есть много. Команда КВН «Психоз». Ну мы желаем вам удачи. Мы, я и моя камера. Мы все с вами. Я и моя камера. Дорогая? Дорогая. Дорогая? Ну не так дорого, как хотелось бы, но дорогая. Удачи. Вы тоже очень дорогие нам люди. Голосовать в комментариях. Кидайте понравившуюся команду, за которую бы вы болели. Мы начинаем КВН, друзья, аплодисменты! Короче, рассказываем. Это наш город, он воспитывал
столкнулся бабушкой-коммунисткой. Кстати, поздравьте, у меня появилась девушка. О, а зовут ее как? Лена, сбылась давняя мечта. Я теперь Ленин. Ребята, за какую команду сегодня болеете? За команду... Бульвар Депо, потому что это представляет город Брянск, а это Брянск... Это столица педагогики. Да, а мы два педагога-магистра ОБЖ. Отлично. Сегодня 1/4 финала. Вы тоже прошли в 1/4 финала, только уже в высшей лиге. Вы уже как-то готовитесь активно? Репетируете? Ну вот, стоим на сцене, смотрим смешные шутки. Может быть, каким-то образом, если нам что-нибудь к себе заберете. Подрезать, да, можно. Да. Это КВНщики часто делают, да? Нет. Нет. О чем ты? А вы знаете, для чего создавалась эта лига вообще? Зачем и как она создавалась? По кайфу. Это трамплин в профессиональной лиге. Чемпионы! 1/4 финала! КВН «Новые кадры»! Опишите КВН одним словом. Что для вас КВН? Юмор! Орел! На данный момент это большая часть моей жизни. А где ваш участник, который на Левитана похож? Он настолько сильно старался, что ему надо сейчас отдохнуть просто, вот поэтому... Но мы передадим ему привет от вас. Скажите, а Воронеж действительно такой музыкальный город? Да. Все равно не проверите никак, поэтому да. Вот и закончилась первая игра 1/4 финала Лиги КВН ОГУ. Победу одержала команда «Новые кадры». Мы болели за всех и рады всем в этой игре. Ксюша. Очень символично, что в финал прошли две команды. Все ценится новое. Новые люди, новые кадры. Мы будем ждать с нетерпением следующий 1/4 финала. С вами была Видеогазета. Смотрите нас, жмите в один клик. Переходите на Орел Таймс. Мы будем там. Всех ждем. AKA блогеры с Орел Таймс.